Надо выключить. Будьте добры. Звук. Вот, скажите, судьба убитых детей во время аборта, будут они спасены, будучи неверующие тогда еще родители были? Про это нам ничего не известно. И потом, убитым младенцам нечего спасаться, у них греха-то нет. Поэтому спасаться от греха. Поэтому тут вопрос о спасении даже не стоит, понимаете? Но многие спрашивают о их участи. Не знаю. Не открыто. То есть где они, как они, это для нашего спасения вопрос праздный. Да, абсолютно.